Айо, народ, всем привет, это канал Базука. И сегодня гайд, как найти и как приобрести вот такой вот талисман. Увеличивает силу атаки рядом с обезумевшими врагами. Ликование старца называется. Вот его описание. Итак, для того, чтобы его получить, нужно убить моба, который станет принимать ваш урон только после того, как вы его отпарируете. Для этого приходим на благодать церковь, церковные руины. Здесь нельзя вызвать скукуна, здесь можно передвигаться только пешком. И от этой благодати, вот она здесь, просто бежим сюда. Итак, вот то самое место. Вот здесь будет как раз-таки ходить этот враг. Сейчас я вам вставлю вставку, как его отпарировать. Для того, чтобы его отпарировать, у вас должен быть щит, обязательно с эффектом парирования. И здесь нужно будет подобраться к нему аккуратненько, запарировать его и только потом наносить урон. После убийства получите талисман. Спасибо всем, ребят, за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями.